Всем-всем привет! Гном, зима и моя шапка снова со мной. Я приехала в Керуен, тут буду встречаться с Лязат, с которой мы раньше работали вместе, теперь мы обе там не работаем. Мы нашли друг друга и пришли в морозный рост. Она говорит, что она уже привыкает к Астане, но хочет в Алмату. И мы пришли к такому выводу, что в Астане скучно. Привет, Лязат! Привет! Скажи, я знала. Скажи же, в Астане скучно. Да, в Астане скучно. Мы обсуждаем кое-что классное, как Лязат делали предложение. Так что, парни, будьте креативными и обязательно вставайте на колено. Не то, что некоторые, да. А то потом будете долго объяснять, почему вы не встали на колено. А так, в принципе, не очень холодно. Нормально. Слезать такие прикольные темы обсуждали, как я ему сделал предложение и все такое. Я сейчас иду опять нянчиться с Арушкой. Сегодня ей 9 месяцев. Мы будем это отмечать. Вчера делали торт-муравейник. Вот такие дела. В субботу поеду в Алмату. У Карлы будет день рождения. Будем справлять ее. Нюху. У нас, как всегда, игры в бушидо. Сейчас будет какой-то прием удушающий. Сейчас будем тебе делать трюки. Бразильский джиу-джитсу. Сейчас будет бушидо. Какое? Треугольник. Треугольник. Он смотрит в интернете, как это делать. Помогите. Добрые люди. Заберите меня. Сначала одну девочку вот эту вечер, повернуть, потом к нему сюда меня, потом потом сюда вот так вот сделать. Угу, так, ты быстро. Нет, ты видишь, у него не так. Вот так вот мы через... Так же было. Так, вот так вот стоишь. Я теперь умею делать удушающий. Мы сидим в компьютерах. Я думала, он мне будет делать удушающий. А в итоге я ему сделала. Теперь мне будут делать треугольник. Подожди, я снимаю, вдруг у меня не получится. Теперь не снимай, вдруг у него не получится. А вдруг получится? Давай. Нет. У меня так отказывается работать. Убери камеру. Я не хочу на камеру. Он не хочет работать на камеру. А на камеру? А? Ты че смеешься? Че будешь? Вот. Блин. Нет. Ты думал, вот. Вот это походу? Всем привет! Я прилетела в Алмату.
Я не успела снять сегодняшний день, потому что было не до сегодняшнего дня. В Астане мы покупали гуся с утра. Потом пришла Вера Ивановна убираться. Мы едем к Арле на день рождения. Мы опаздываем 100 миллионов часов. Да? Да. С нами Альшер. Как всегда, мы втроем три мушкетера. Конечно же, у меня села батарея на дне рождения у Карлы. Почему нельзя было додуматься заранее, да, посмотреть, есть ли зарядка, нету зарядки. В общем, было очень весело и очень круто. Как всегда, когда нету зарядки, в итоге получается очень весело и очень круто. А Карла приготовила тирамису, красный бархат, торт, манты. Потом специально для мистера Икса она сделала салат из креветок. Вот, мы тоже привезли с собой торт, брызги шампанского, хотели сникерс, но мы опаздывали на 4 часа, поэтому если бы мы поехали за тортом в Силквей Сити, потом за ватрушками в Сентай, то мы бы точно приехали уже под конец, потому что когда мы приехали, все уже поели и хотели чай, но ждали нас. Это не я виновата, это он был виноват. Шучу, это мы оба были виноваты. У нас слишком много обязанностей, по-моему, бывает. Еще бы решить вот эту вот вещь. Ах, пардон. Зевнула конкретно. Так. Решить бы еще вот эту вещь с стеклоочистителем. У меня он замерз, поэтому вода не выходит. Хотя мы залили специальную жидкость туда. И вроде бы уже должно было все нагреться. Литься, но ничего не льется. У меня скоро слипнется попа, потому что меня мистер Икс снабжает сладким. Я сладкоежик. Они очень вкусные. Не, нос чешется. По-моему, волосы щекочет. Вот так вот. Чешется. Снега было много. Вон, видите? Снежочек. Ой, телефон звенит. Меня мистер Икс научил этот... Что за звук? Он научил меня снимать вот эту штуку. Вот эту. Вчера показал, как она снимается. И сегодня такой куда-то вышел. И я ее раз открутила, спрятала. И тут она в машину садится и рукой та-дам, цапалку. И говорит, ты что хочешь, чтобы у меня рука проткнулась? Испугался, говорит, где эта вещь? Я говорю, вот она. И он такой сидит, закручивает и говорит, научил на свою голову. Сейчас думаю, может еще раз сделать? А вон он уйдет, я, наверное, не успею. Или успею. Или не успею. Так, давайте успею, наверное. Откручивайся быстрее. Блин, я, кажется... А, все, успела. Я успела. Ты точно хочешь, чтобы я руку проткнул, да? Акрун. Синдрасенберес.